Угадайте, что за растение? У каждого в огороде есть это. Что за такое красивое растение? Вот ветром шатается. Вот даже вот видать, вот раз, два, три, четыре, пять лепесточков. L пишем 5. Они раздельные, очень интересные. И видим даже вот по краям тычинки, посередине пестик. Пестик. И вот смотрим, смотрим. Чашелистики тоже есть. Можно посчитать, посчитать. И таким образом L5. Тычинки, скорее всего, можно посчитать здесь под большим увеличением. Пестики тоже можно посчитать. Т ставим сколько, П ставим сколько. Чашелистика, Ч ставим сколько. Если сосчитать не можем, то ставим бесконечность. Вот формула цветка. Тема такая есть и практическая работа. Обычно эти темы у нас зимой приходится. И нам трудновато найти вот цветы.